Здравствуйте, я Наталья Некрасова с автошколы машиновязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Завершаем вязание частей пледа восточной. Сегодня у нас 15-я часть. Видите, две детали одинаковые и участвуют в них всего два цвета. Одна часть красная, 17 частей синих, одна часть красная, то есть две. Два фрагмента по краям красные, остальное все синее. Две детали одинаковых. Провязывайте, присоединяйте к пледику. И на этом основное вязание пледа завершено. После того, как вы присоединили заключительную полосу синюю с красными хвостиками, это была 16-я часть, плед, в общем-то, готов. Его можно оставить в таком виде, можно ему привязать окантовку. Но это уже на ваше усмотрение. Мне самое главное показать вам узор и как он, из каких частей он состоит и как собирается. Если вы хотите оформить крантик, оформляйте, у вас будет плед иметь еще дополнительную рамочку. Если вам не хватает буквально несколько сантиметров до какого-то размера, рамочка вам поможет. Плюс к этому рамочка может оформить края. Подвяжите все узелки и спрячьте их внутрь. Если вы туго затянете место соединения, в принципе, оно будет смотреться нормально. Его надо подпарить и, в общем-то, можно оставить и так. А можно оформить кантик на ваше усмотрение. Итак, наш плед восточный готов. Я надеюсь, что вы получили изделие, которое будет вас радовать вас и ваших близких. Не забывайте заходить на наш канал. Обещаю выкладывать вам новые идеи для того, чтобы вы получали положительные эмоции. Ваша Наталья Некрасова.